Привет, ты крутый, классен, раз зашел на ясен. Меня зовут Юрий, и мы с тобой продолжаем играть. И, скорее всего, заканчиваем мы с тобой на финишной прямой в нашей игре под названием The Amnesia The Bunker. Итак, в прошлой серии я тебе обещал, что ты кряхчишь. Мы с тобой начнем спуск в яму. Ты не знаешь, что это за яма? Посмотри предыдущие серии, там была яма, очень примечательно, даже две. Там были две ямы, можешь на них взглянуть. Итак, но перед тем, как мы начнем с тобой спуск ямы, мы сделаем кое-что интересное. Опять, да, у нас есть опять сайт Task. У нас есть такие побочные задания. Нужно добыть дробовик. Представляешь, дробовик все-таки можно добыть. А его нельзя подобрать просто, он нигде не лежит. Угадай, где мы его можем взять? Конечно же, нам нужно убить призрака. Какому человеку в здравом уме, с нормальной логикой, может прийти в голову, что призрака можно убить из пистолета и забрать у него дробовик? Я не знаю, это либо какой-то секрет. Короче, я в интернетах прочитал, что все-таки можно призрака завалить из револьвера и забрать у него дробовик. Зачем он нужен? Непонятно. Но он может прошибать деревянные двери. Это как бы плюс. Притом у нас есть 4 патрона. Как бы уходить отсюда с пустыми руками, с патронами для дробовика, без дробовика, смысла не имеет. Я жизнью рисковал, чтобы эти патроны, блядь, собирать. Поэтому будет как бы неправильно уйти отсюда без дробовика. Итак, что мы с тобой возьмем? Мы сначала сейчас подлечимся. У нас друг кряхчит немножечко. Часики мы с тобой отложим, ведь мы с тобой отправимся в туннели без света. Да, гранату мы брать не будем. Так, хорошо, две аптечки, кусачки нужны, потом расскажу почему. Пусть будет факел, если что. Ну и, конечно же, сейчас мы подлечимся и, в принципе, можно с тобой выходить. Так, красиво, перемотаемся, а то немного кровоточит наш дружбане. Итак, не будем мы с тобой включать генератор. У нас там на два деления осталось, бензина вообще почти нет, поэтому... Пойдем так, не дверь открой. Итак, кромешная тьма. Здесь стало намного темнее, чем было раньше. Ведь мы... Почему? Ты не знаешь почему? Ты еще не смотришь предыдущую серию? Иди давай быстро смотри. Очень примечательная, ну такая, интересная. Как и все остальные, в принципе, да, есть некоторые паспортные моменты, но, впрочем, игра сама по себе такая драйвовая. Скучать не заставляет. Так, главное, чтобы деда здесь не было. Чтобы он нам не мешал. Он вроде бы в прошлой серии не очень, конечно, буянил. Да, он на нервы нам подействовал здесь. Пару раз. Такой ку-ку, ёпта, блядь. Здесь сидел, представляешь? Жалко, что фонарик был выключен. Чтобы на морду его посмотреть. А то некоторые люди в комментариях пишут, что мы деда воочию так и не увидели. Мы, в принципе, видели. Мы видели его в расстоянии так метров 5. Но чтобы он близко подходил, но мне кажется, если он близко подойдет, то это будет фатальный исход. Он сразу жопу надерет. Так, надеюсь, что деда здесь нет. Я думаю, что его здесь нет. Он где-то сверху лазит. Он где-то ходит сверху. Да, ну видишь? Эхо где-то там. Его здесь нет. Итак, сохранимся сейчас с тобой. Нужно сохраниться. Но он не может вылезти, правильно? Ну вот как он вылезет здесь? Если здесь... Нет дыр, во-первых, да? Если они под водой, я не думаю, что он полезет в воду, например. Итак, сохранимся. И будем с тобой мычать. Итак, у меня есть несколько версий о том, что это за парень с дробовиком. Это может быть Тусен Бафой. Почему я так думаю? Ну, во-первых, то, что он здесь был. Он здесь был, глаза вырезал, записки оставил. Он как бы читал всякие нехорошие вещи. И, возможно, вот эта вот правительница, царица, вот это вот царство превратило его в призрака. В служителя, вечного служителя. Он как бы не живой и живой одновременно. Также... Этот человек все время поет. Вот. Видишь? Вот он поет. Тихо. Что здесь?
Он поет «Мир кружит...» Не, «Мы кружим мир, мир кружит нас». Это те слова, которые мы видели в дневнике Тусена Бафоя. Человеку где-то за 40, судя по голосу. Его будет... Я! Иди сюда! Так, это будет битва сложная. А, вижу, иди сюда! Ты, это ты? Где ты? А, вот ты! Хуяк! Убил? Дробовик! Дробовик! Это что? Палка? Так, нормально. Ох ты ж, ёпта. Поздравляю тебя. Это было легко. Acquire the shotgun. Can a mir? Дало нам достижение. Такие достижения, это прикольный звук. Как будто из старых игр 2000-х. Или даже 90-х на Sega. Я так подозреваю, что это достижение такое... Сайт достижения, не основное. Так, это что? Это бочка, которую можно подорвать. Так, бутылка. Дробовик, понимаю, не обязательный. Но зачем он тогда? Чтобы крушить двери деревянные. Как бы вариант. Но у нас не так много деревянных дверей остались. Кстати, об этом. У нас есть несколько деревянных дверей. Только не говори мне, что дед отсюда вылезет. Не может такого быть. Эй, дружище, с тобой все хорошо? Что ты думаешь, я здесь хожу? Я записки ищу. Я ищу записку. Так. Помповое ружье 12 калибра. Вместительность 6 патронов в магазине и 1 в патроннике. Подходит для ближнего боя в окопах. Достать. Назначить клавишу. Когда револьвер в руке, удерживайте. И нажмите, чтобы выстрелить. Удерживайте R, чтобы проверить количество патронов. Так это не револьвер, блядь, это дробовик. Не понял. Они что, с переводом проебались немножечко? Или они забыли переименовать оружие? Так, ну возьмем с тобой. Ух, нихуя себе. Вот это да. Вставляй патрон. Раз. Вот это моща, представляешь? Как Шварценеггер сейчас буду. Хуя. Вот это вещь. Но он медленно, конечно, его достает. В боевую готовность он очень медленно встает. Это может сыграть нам плохую шутку. Так, вижу... Карманная сумка! Карманная сумка! Так, мы все сумки... Смотри. Еще в игре где-то есть 3 сумки. Где-то они есть. Я даже не представляю, где они могут быть. Так, карманная сумка. Что еще от меня прячешь? Ну, здесь слишком много бинтов. Зачем такое количество бинтов, если это было не так уж и сложно? Так, ага. Смотри, что еще забыл. Так, Тусена Бафоя мы грохнули. Забыл тебе сказать, что у нас есть жетон Ламберта. Мы же подобрали его. Горючка! Нужно. Возьми. Патроны! Беру. Нам нужно с тобой открыть самый крайний шкаф в списке. А именно шкаф Ламберт. И смотри, сколько бинтов. Может, их все-таки взять с собой? Может, нам дают сейчас бинты для того, чтобы мы в яме с тобой... Когда мы спустимся в яму. Чтобы мы могли себя защищать. Вдруг у нас будет еще одна битва. Может, с дедом. Может, придется деда убить. Может, даже этот дробовик деда и сможет завалить. Но здесь, конечно, очень темно. Я бы, знаешь, что сделал? Я бы усложнил этот уровень тем, что... В этом тумане нельзя дышать без маски. Мы подобрали с тобой противогаз. И это было бы, конечно, очень прикольно. Усложнило бы задачу, но это было бы весело. Чтобы здесь можно было... Чтобы сюда нельзя было заходить без должного обмундирования, а именно без противогаза. Ну все, в принципе, нам здесь больше делать нечего. Мы можем с тобой валить. Я знаю, что возьмем с тобой... Нет. Возьмем с тобой... Револьвер. Перезарядим. У нас аж 4 патрона есть, представляешь? Сейчас сохранимся заодно.
Раз. Ни хрена себе, вот это да. Полный барабан. Еще один патрон плюс. Но деда просто просто можно изнасиловать из такого количества боезапас. Так, бинт возьмем, почему бы и нет. Итак, идем. У нас есть несколько моментов, которые с тобой нужно закончить. Во-первых, нам нужно спуститься в тюрьму. К немцу, да, опять. Ты спросишь, зачем? Я тебе скажу. Там есть деревянная дверь, которую мы сейчас дробовиком снесем красивенько. И там есть... там есть ящик с цепью, которую можно перерезать, снять цепь, и там, наверное, будет записка. Я надеюсь, что там будет записка. Мы в этой игре ради сюжета, поэтому нам важно... Вот это глаза. Глаза Райнера, да? Блять. Можешь забрать их с собой, вернуть им. Кстати, куда делся Райнер? Где трупы все? Их, ну, в принципе, мы по всему бункеру как бы трупы видим. Но я не помню, мы подбирали... жетон возле Райнера, или он где-то валялся не возле трупа. Это где-то в начале игры, очень давно было, уже не вспомню. Ладно, погнали обратно. Сейчас прямиком включаем с тобой генератор, заправляем горючку, включаем генератор, отправляемся в тюрьму. Нет, сначала мы с тобой возьмем, зайдем к Ламберту, возьмем, что там у нас находится в... Так, пришел. Посмотрим, что у нас там находится в ящике у Ламберта. Где-то здесь, да? Где-то ходит. Мерцает. Угу. Где-то есть. Где-то, сука, ходит, блядь. Мы сейчас его увидим, кстати. Может, где-то стоит здесь. Смотри. А ну. Дед, блядь! Ты здесь? Иди сюда. Откройся, ты забыл на себя лет себя. Так, ну чисто, вроде чисто. Деда нет. Почему? Бутылка. А, здесь можно открывать, кстати? О! Вот это сюрприз. Но здесь ничего нет. Жалко. К сожалению. Что здесь? Сюда ни разу не заходили. Просто боюсь, что мы с тобой уже как бы покинем это место. Как в яму спустимся, мне кажется, там уже пути обратно нет. Я даже не знаю, куда она ведет. Ну, одна ведет под землю, это естественно, но... Мы туда спускаемся, как мы вообще тогда выберемся отсюда? Она, скорее всего... О, граната! Возможно, эта яма ведет в туннели. Обратно в туннели. Но в продолжительные туннели, ведь... Наш вход завалило. Так как мы записки видели, что солдаты провернули диверсию, и, скорее всего, туннель завалило. Часть, которая ведет в тылы немецких солдат. Сохранимся. Естественно. Итак, аптечки не нужны. Не нужно. Горючку сейчас заправим. Естественно. Бинты отложим. Нет, блин, места нет, представляешь? Мы очень с тобой пиздатые парни. Мы с тобой очень крутые. У нас куча всякого. Нужного и ненужного. Давай. Заправляй. Давай на 3, пожалуйста, на 3 заправ, блядь. Ну, когда нужно, не заправляешь. Когда не нужно, блядь, ну... Так. Тюрьма. Тюрьма? Да, погнали. Побежали. Бежали в тюрьму. Немножко будет челленджинг, потому что дробовик... будет сейчас кошмарить своим звуком. Громким, как сейчас ёбнет. Не хотелось бы тратить слишком много патронов. У нас всего 4. У нас здесь любимый немец сидит. Так, а чё так темно? Итак, вот он. Ну, как видишь, закрыто. Как видишь, закрыто. Так, чё делаем? Угу. И здесь закрыто, да? Почему? Хеймефы! Здорово! Здорово, дружбан! А это закрывается? Не закрывается, застряло. Is Heyman done? Да, я здесь. Я здесь. Так, дед пришел. Дед где-то слева вот дышит, где-то стоит. Я. Так, гренка есть, гренки нет. Но есть дробовик. Пиздык! Blue open the door with shotgun. Достижение у меня.
появилась. Так. О, можно назначить клавишу. Вот это я заебат, парень. Так, подождем. А он тебя покоцал, идиот! Он взорвал гранату, где растяжка была, дебил! Так, стой! Быстрее, быстрее делай, сейчас вернется ж, блядь! Записки, две штуки, нихуя себе! Так, записка. Две штуки. Так, мы взяли две штуки. Разрешение. Разрешение на военный трибунал. Ха-ха. От Рейнера кому? Дель Пи. Разрешаю проведение военного трибунала в отношении всех туннельных диверсантов. Проявление милосердия остается на наше усмотрение. Не знаю насчет вас, но у меня его не осталось. Предлагаю сбросить их всех в яму. Пусть сидят там до наступления перемирия или судного дня, смотря что наступит раньше. Нихуя себе! А какая яма? Блядь, подожди. Они что ли... Это яма, в которой мы подорвали кролика? Скорее всего, нет. А какая яма туда? Про какую яму они ведут речь? Это яма под ареной. У нас тоже была записка. Тусен Бафой вроде бы писал, что где-то есть яма под ареной, где там кто-то сражается. Так, две записки. Мы не... Эту... Сержант Рейнер. Так, ну это мы прочитали. Это Августин. Шанар. Ой-ой-ой. А какую мы только что записку подобрали? Офицеры бежали. Ага. Кому? Рядовому Фарберу. Азан. Записка для Фарбера. Я был там, когда они вытащили твоего друга Нуае из туннеля. Он кричал несколько часов кряду, прежде чем его нашли. Будучи привязанным к носилкам, он все еще пытался кричать, но наружу вырвался лишь сдавленный хрип. Все инженеры видели что-то внизу, включая меня. Но там... Но с тобой нужно поговорить и обсудить, что нужно сделать. Вроде бы было такое. Вроде бы читал. Смерть Фарбера. Мы кружим. Йоханнес Николи. Майор Бланше. Рейнер мертв. Вот. 15 июля 1916 года. От Фурне. Кому? Дель Пи. Рейнер мертв. Убит в коридоре возле своей казармы ночью. Над его телом надругались. Учитывая жестокость, учиненную над ним насилие, Ясинский считает, что нападавших было двое. Я бы сказал, что невозможно и представить, чтобы кто-то из наших людей совершил столь чудовищные деяния. Но после диверсии в туннеле у меня гораздо более живое воображение. Виновные среди нас. Я пытаюсь задержать наиболее вероятных подозреваемых. Допросы начнутся сегодня днем. Тело Рейнера будет подготовлено до передачи его семье. Он был хорошим человеком. Содеянное не останется безнаказанным. Угу. Хорошо, значит, двое. Кто? Тусен Бафой и кто-то еще. Может, этот дед. Но может, дед и является Тусен Бафой. Значит, кто-то еще есть. Неужели это наш человек под названием Августин Ламбер? Наш дружбан. Хрен его знает. Так, сейчас дед придет. Может, пора бежать? Че по часам? Бля, часы выложил, что ли? Ой-ой-ой. Ага, я понял. Прочитаем. Это под карту добавили к основной карте администрации. Хорошо. Тряпка. Все, вроде больше ничего не открывается. Я понял. Я понял, что если деда жахнуть из гранаты, либо может из дробовика, дед уйдет намного больше в нокаут. Дольше в нокаут, чем в обычный день. От револьвера. Ламбер! Записка от Ламбера. Прикол. Так, шоу на Саламбер 1583. Итак, 1583. Красиво. Codebreaker, open all the lockers. Так, мы открыли с тобой все ящики. Вторая записка, дневник Ламбера. 1916. Спасибо. Вторая часть.
Это, скорее всего, мы с тобой все записки собрали, которые вообще возможны в этой игре. Так, мне снова не спится. Я в часовне пытаюсь молиться, но мои мысли заняты воронкой, кроликом и этой водой, ее вкусом. И при этом я... Это про какую воду он говорит? Это, если ты не видел первую серию, то мы там спасли Ламбера и давали ему попить. Вот он как раз по эту воду и думает. И при этом я не чувствую усталости. Вместо этого я испытываю странную жажду. Чувствую, будто я что-то должен сделать. Будто у меня есть цель. Проклятая цель, которая выше всех этих мелких человеческих войн. 13 июля 1916 года. Настало утро. Все обсуждают скрежет, что слышали за стенами ночью. Трембле даже заявил, что будто слышал вой, разносившийся эхом по казарме. Я странно себя чувствую. Едва могу подобрать слова для своего дневника. Ладони чудно выглядят. Они шишковатые, бугристые, будто вовсе мне не принадлежат. Мне трудно об этом писать, но одна мысль все крутится в моей голове. Мысль, которой нельзя следовать. Проклятая мысль, но такая соблазнительная. Она вызывает ко мне... Взывает... 15 июля 1916 года. Сегодня утром в казарме разразился хаос. Рейнард мертв. Говорят, что его убили, но его тело нам не показывают. Мне вспомнился сон, будто множество жестоких глаз смотрят на меня. Нужно проведать Анри. Надеюсь, что он пришел в себя. Мне нужен друг. Мои мольбы остаются без ответа. 18 июля 1916. Мои руки в крови, мои руки в крови, мои руки в крови, мои руки в крови. Их боль. Мне нужна она больше. Я слышу трембле. Она все ближе, ближе, ближе. Он сможет дать, что я хочу. Августин Ламберт, это дед! Пиздец. Представляешь? Подожди, а как он тогда стал монстром? Как он превратился в деда? Как Августин Ламбер, молодой человек, превратился в деда? Постарел на несколько десятков лет. И навел здесь вот такой вот кишмиш. А, понятно, тогда Ламбер, вне своего сознания, превратившись в деда, действовал сообща вместе с Тусеном Бафоем. Вот так все просто. Вот так все просто. Бин. Мой. Закрой дверь, говорю! Закрой ты быстрее, блядь! Чё ж ты не зажимаешь на щеколду? Немножко усложнять иногда механику вот это все дело. Все делать вот так вручную. Наводить мышкой, закрывать, открывать двери. Ну, это прикольно. Так, сохраняшечка, хуяк. Красиво, прогресс сохранен. Итак, ну, мы не открыли с тобой карту в комнате Сисурити. Но она нам нахрен нужна. Я тебе скажу, если честно. А горючку, не знаю, что сделать горючкой. Может, не будем заливать. Вот так вот сделаем. Значит так, отправляемся с тобой, значит, вниз, в яму. Отправляемся с тобой в яму. Что нам нужно с собой взять? Мягкая игрушка, кролик, может иметь для кого-то сентиментальную ценность. Можно метать. Прикол, давай возьмем. Вдруг понадобится. Подожди. Если Августин Ламбер — это дед, то, может, мы ему отдадим кролика? И он с деда превратится в человека? Нихуя я пиздат. Вот это причинно-следственная связь. Давай попробуем. Вот это да. Так, подожди. Хорошо. Кролик взяли. А, подготовимся с тобой в спуск в туннеле. Итак, что нам нужно? Часы не знаю. Часы нам не нужны, мне кажется. Есть дробовик, есть пистолет, зажигалка, факел для того, что... Есть у нас вот одна аптечка, у нас есть вот это вот. Не знаю, зачем оно нам нужно, ну пусть будет. Может, возьмем с собой маску, защищает глаза и легкие в случае газовой атаки. При использовании влияет на периферийное зрение и слух. Может, возьмем с собой маску, не знаю. Мы всего лишь два раза воспользовались. Один раз в обучении, один раз в бою. В принципе, все. Мы с тобой мало пользовались газами, газовой гранатой, взрывали газовый баллон и так дальше.
И вот это может быть взять. Не знаю. Я не знаю, что нас в ямах ожидает. Короче, сейчас с тобой делаем вещи. Сейчас с тобой делаем кое-что с кроликом. Я не знаю, кролика бросать сейчас, либо когда мы спустимся в ямы. Давай сейчас бросим. Не знаю, насколько это влияет в игре. Так, два, бери его. Вот прикол. Какой прикольный ты, смотри. Вот это крутяк. Короче, сохранимся, если что. Прогресс сохранен. Если что, вернемся. Если деда дальше не будет, мы вернемся с тобой сюда, надеюсь. И метнем с тобой кролика в деда. Думаю, можно спускаться. Так, кролик у нас на чем? Так, у нас дробовик. Значит так, поменяем. 1, 2, 3. Зажигалка не нужна. 4 бинт, может быть. Так, хорошо, запомни. Запомни, кролик у нас на троечку. Так, спускаемся в ямы. Еще раз сохранимся. Так, отходил, вернулся. Короче, я пока отходил, думал, что серию нужно заканчивать. В принципе, мы как бы... Я придерживаюсь постулата в 30 минут на серию в игре Amnesia. Но как в прошлой серии тебе обещал, что мы все-таки спустимся с тобой в яму. Ну, как обещал, нужно сделать. Поэтому погнали с тобой. Так, кролика Ламберту взяли, маску взяли, бинты взяли. Факел взяли. Так, кусачки не знаю зачем, но взяли. Для чего-то. Они нужны. Надеюсь. Иначе это просто... Мы с тобой застрём. Место, если нужно будет что-то важное взять. Так, что у нас там по патронам? Целый барабан. Да еще есть запасной еще патрон. Так, ну... Погнали, хотел сказать. Ну уже как... Так, ну как видишь. Как видишь, тут... Туннели, новая локация. Все, мы больше назад не вернемся. Не получится. Мы спустились в туннели, которые завалило один... У меня такой дождь идет на улице. Я себя даже не слышу, если честно. Так, горючка. Зачем? Зачем здесь горючка? Ну, раздают, возьмем. Так, что у нас там? Дробовик на 2. Пистолет на 1. Фонарик... Не, фонарик нужен, слишком темно здесь. Так, что у нас там? Кролик на троечку. Пока отходил, все запамятовал. Так, кролик есть, здорово. Так. Что такое? Это что? Ого! Какая большая комната. Подожди, а почему такой высокий потолок? Это где-то под горой, что ли? Где-то под скалой? Не. Не голера себе! Сломала переправу. А не, еще все-таки. Можно по ней идти? Это безопасно? Вроде бы. Вроде бы можно. Так, а что делать-то? Кого-то вижу. Вроде даже записка есть. Так, ну ладно, идем тогда. Они вроде все ведут в один центр. Там что-то происходит. Нам нужно туда-то бы добраться. Так, чё ж так громко-то? Смотри, а чё ж столько горючки-то? Нахрена она нужна? Здесь опять генератор, что ли, есть? Хе-хе. Сдеваешься? Дед! Наебало, ничего здесь нет. Так, дед сюда идет. Это что? Ударвая, что разрешать кровавое движение, чтобы повернуть его. Повернул, опа. Дед, ты успел. Фига! Ламберт! Проснись, блядь! Ты не дед, ты Ламберт, ты мой друг! Ты что ломаешь? Ты что делаешь? Дурной что? Так, бутылки. А, может, гренка? Так, подожди. В него можно... Нас подстрекают сделать коктейль Молотова, да? Ага. А места для бутылки нет. Вот это заебись.
А где он? А, идет. Так. Идет. Так, 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 так. Тихо. Тихо, шо здесь? Шо здесь? Шо, куда здесь идти? Шо делать? Шо я здесь забыл? Ой, блядь! Ох, нихуя себе! Тихо, тихо, дед, дед, держи дистанцию, блядь. Социальная дистанция, ковид, все дела. Тихо, 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 тихо. Я тебя умоляю. Не подходи. А что здесь делать-то? Я не вижу ни холера. Это кто? Что здесь спрятано? Ну покажи. Ой, блядь. Ого, он близко. Ни холера себе. Да, он меня видит. Он либо меня унюхал, либо... Ох, нихуя. Так, играем в догонялки, да? Это алтарь какой-то. Сюда жертвоприношение принести. Что здесь делать, блядь? Так, да, давай обманем его. Давай сюда пойдем. Да, а он сюда не пройдет. Пройдешь, нет? Ого. Вот этот спринтует парень. Так, я вот так пройду, можно? Так, он идет сюда. Хорошо, хорошо, он не пройдет по этой. По этой дощечке. Он слишком тяжелый и слишком широк. Класс, знаешь что? Бежим сюда. Че ж так здесь громко так все? Так, горючка. Что здесь? Лопата. Ладно. Где он? Ага, и слишком далеко. Так, так, подожди. 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 Так, нет. А что здесь-то? Здесь какие-то ворота. Что здесь делать, блядь? А-а-а, стой. Ого, о, блядь, услышал меня. Увидел уже, мчит, уже бежит, блядь. А, идет, он не спрятался в нору? Здесь норы нет, негде прятаться. Чё ж так здесь громко, сука, а? Так, все, я понял. От него нужно бегать до той степени, пока ящик не подвинется вплотную, и нельзя на него запрыгнуть. Так, ох, нихуя себе, он спринтует. Вот это ты жесткий, дед. Блять. Охуеть. Так, 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 так. Угу. Короче, чем ближе я подбираюсь... Блядь, не шуми! Чем ближе я подбираюсь к месту, где нужно нам залезть, он начинает бежать, как в жопу вжаренный. Так, а ну иди сюда. Иди, иди, давай! Иди, да, давай, иди сюда, иди, иди уже, блядь. Давай, давай, быстрее! Ну-ну-ну-ну-ну, я здесь. Иди сюда, я вкусный, я очень вкусный. Иди ты нахуй. Иди в пизду. Ох, блядь, бежит. Как с тобой бороться, тварь? Так, по миллиметру уже победа, по миллиметру, по миллиметру, по миллиметру еще. А-ха! Где он, где он? Ох, блядь. У меня так патроны слишком быстро закончатся. Будет долго. Раз. Так, хорошо. Его можно было бы как-то забаррикадировать, я так понимаю, да? Где это? Ну, здесь мост не поднимается. Вот эту вот херню, как вариант, можно гранаты снести, да? Но он все равно где-то, он все равно останется здесь, на мосту. Идет. Так, ладно, погнали, погнали. Быстрее, 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 быстрее. Я вижу выход, я его вижу, он слишком близко. Иди быстрее, 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 Что там по патронам? Что по патронам? Нужно посмотреть. Что по патронам? Так. Хуяк. Ого. Один патрон. Для себя оставил.
Так, давай, знаешь, что попробуем? Попробуем кинуть кролика. Можно его кролика бросить? Ламбер, блядь! Перестань! Мы с тобой друзья! Вспомни воду, которую я тебе давал попить! Вспомни кролик, у меня в руках кролик! Иди сюда! Вспомни, как мы с тобой воевали, как мы с тобой дружили, вместе пили чай, пряники, говорили о бабах, блядь! Держи! Блядь, нихуя себе, кролика бросил тебе, урод! Подбирай. Он ему, это не Ламберт. Он ему нахуй не нужен. Кролик его не интересует. Беги, беги, быстрее, 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 блядь. Все, у меня в револьвере закончились патроны. Хуяк. Все? Он залезет сюда, нет? Вы сможете залезть? У меня достанет? Нихуя себе! Ебать, дед, ты что, дурной? Я понял. Ясно. Это баг, что ли? Так, хорошо, пока что этим воспользуемся, полечимся. Я не знал, что он сможет сломать бетонную дверь. Так, пистолет, все. До свидули. Беги быстрее, беги, 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 два патрона осталось. Быстрее, быстрее, вылазь, давай, блядь! Сука, камень, иди ты нахуй, блядь, давай! А! Ого! А ты не боишься, что ли, солнечного света, дед? Ух, блядь, я думал, это моя рука. Это наши солдаты. А, они... Вот это яма, да? Всех диверсантов сюда выбросили. Их... Нет, не Шнейль! Заберите меня, пожалуйста. Уже лучше вы, чем, блядь, дед. Вот она яма, в которых сбросили диверсантов. Их сначала... убили перед этим. Все, что ли, закончилось? Подожди, а дед? Просто так выбежал наружу и все? Зажмите, чтобы пропустить. И все? Подожди, я надеялся на что-то более... Когда я кролика, например, бросил, что он превратится в человека. Это ведь Ламберт. Я 100% уверен, мы записки вы читали. Я на 100% уверен, что это Ламберт. Я также надеялся, что мы как-то телепортнемся в мир вот этих вот потусторонних, там где-то хрень царит и все вот это все дела. Я думал, дед нас заберет с собой. Ну, вроде все. Закончили, так закончили. Сейчас сделаем, вернемся на сохранение с тобой и попробуем вызвать деда в бункере и бросим ему кролика там уже. Может, ачивку получим, не знаю. Только нужно сделать так, чтобы он не бежал и не атаковал нас. Так, кстати, мы увидели деда воочию, поэтому кто там неистовал в комментариях, потому что мы не видели деда слишком близко, вот мы уже увидели его и не раз. А дробовик вроде бы штука как бы полезная. Один... Да, мы снесли одну дверь, мы хотя бы гранатой могли бы ее снести. Точно так же. Ну, вроде бы в деда стреляем, тот же эффект, как от револьвера. В принципе, разницы я большой не видел. Скорее всего, он ради ачивки и существует. Ведь дается он в конце игры, а... Двери мы уже все с тобой взломали до этого. Гранаты подрывали. И как мы только эти двери не насиловали. Игра крутая, прикольная. Держит напряжение. Точно так же, как и Dark Descent. Но в Dark Descent он как бы заскриптован более. Здесь у нас дед, видишь, действует как бы немного
рандомно. Хорошая история, до конца не очень понимаю, что случилось с Тусеном Бафоем. Наверное, Тусен Бафой является призраком, который там бегал, но как он превратился в призрака, пока что не очень понятно. Ну, скорее всего, может быть, вот это вот... богиня, которой он поклонялся, превратила его в своего слугу, превратила его в обезумевшего призрака. По поводу остальных, Ламберт, не очень понятно, как он превратился в деда. Каким образом? Он ведь ничего не читал, каких-то там жертвоприношений не делал вместе с нашим Тусеном Бафоем. Не очень понятная история Ламберта. Самое главное, что нету скримеров, и игра при этом пугает атмосферой и, в принципе, тем самым дедом, его непонятными рандомизированными действиями. Так, Напу закончил игру и выбежал из бункера. Thank you for all players and our loving community. Спасибо вам, дорогие разработчики. Игра замечательная, сыкотная. Очень много моментов, когда у меня прям сердцебиение поднималось до неизвестного количества ударов в минуту. Предлагаю тебе сейчас вернуться и бросить все-таки деду кролик. Так, режим сложности нормальный. Время игры почти 8 часов. Самое долгое время между сохранениями 43 минуты. Количество сохранений 82, количество смертей 3. Убито крыс 2. Выстрелы из револьвера 41. Очень интересная статистика. Выстрелы из дробовика 5. Брошено гранат 7. Брошено в газовых гранат. Брошено сигнальных шашек 0. Я так понимаю, ними только деда отвлекать. И все. Количество заправленных генераторов 44, количество отключенных света 2, сожжено трупов 5, нажато пожаров, а значит пожаров 1, напугано крыс факелом, вся та-та. Количество пуль, попавших в охотника, 21, ну, он не охотник, он не, оказывается не дед, а охотник, дед-охотник, охотник-дед, создано предметов 13, включен внимание охотника 14. Хорошо, ну такая интересная статистика. Поздравляем с первым прохождением игры Amnesia The Bunker. Обратите внимание, ни одно из прохождений The Bunker не будет похоже на предыдущее. Предметы, ловушки, коды и другие элементы игры определяются случайным образом. Сыграйте еще раз, испытайте ужас по-новому. Ага, я понял. Я думал, идет речь о... разных концовках. Концовка одна, я так понимаю, да? Ну, мы уже знаем, что, в принципе, еще в начале игры говорилось, что предметы спавнятся рандомно после смерти или после захождения в игру заново, я не знаю. Короче, ладно, окей. Давай загрузим игру. 14:15, 22:15. Загрузить игру. Попробуем сейчас вызвать деда и бросить ему кролика, если получится. Сейчас включим генератор, выстрелим из револьвера, придет дед, начнет он нас орать, мы кинем ему кролика и получим за это достижение. Может, в яме оно не работает, потому что он в яме должен выполнять какую-то функцию, а именно охотиться на нас. Как бы форсировано, да? Итак, а где кролик? О, кролик есть. Так, хорошо. Кролик, значит, четверочка. Четверочка. Красиво. Так, запускаем генератор. Так, дед, иди сюда быстрее. Дед, я здесь. Покажи монстру кролика. Да, это все-таки Ламберт.
Вот и все. Дед ушел. Ачивка. Замечес. Да, видишь, в яме не работало. В яме не работало почему? Потому что ему негде прятаться. Вот, а он здесь, видишь, увидел нас. Мы дали ему кролика, и он спрятался. Так, он придет еще раз, если мы выстрелим? Придет, да? Все-таки прибежит. Мы его не вразумили. Пришел. Так, пришел. Ладно, хорошо. Понятно, короче, дед не меняется. Старый добрый дед. Ну, на такой хорошей ноте можно и закончить. Сейчас он соберется, да, куда-то. Убежал в нору. Ладно, ребят. Будем на этом заканчивать. Зайдем в нашу каморку. Все достижения, я так понимаю, мы получили. Деду кролика отдали. Это самое главное. Ламберт, почему не превращается обратно в человека, непонятно. Раньше он бегал за нашими солдатами в бункере, отлавливал их. И потом превращался обратно в человека. Но все-таки он подозревал, что с ним все-таки что-то не так. Тут он какую-то принял окончательную форму. Сохранимся разочек. Если что, пока что на этом закончим. Все, прошли. Игра замечательная, крутая. Ждем от Frictional Games, вроде бы так студия называется. Еще годных игр про амнезию. А пока что подписывайся на канал, ставь лайки, комментируй, делись со своими друзьями. Не забывай нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А на этом все. Все, всем спасибо, всем пока.